Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы в Всаднике Олуха. Так, за шестой день мы с тобой открываем сундук. Ага, так, мы с тобой 4000 получаем. Ну как, накопили 4000 рун с этих, как, рун. И нам нужно еще 500, друзья мои, чтобы мы смогли с тобой купить что-нибудь. Какой-нибудь земельный участок, так скажем. О, смотри, смотри, как ребята фартануло. Эта штука нам нужна, и она стоит всего лишь 58 миллионов древесины. Конечно, я ее забираю. Конечно, тут даже спорить не о чем. Так, яйцо. Новинка? В плане новинка. Вот вы хотите сказать, что у меня этого яйца не было? А ну-ка давай посмотрим, что это за новинка такая. А, ну да, мы же кипятильник с собой. Действительно новинка, потому что, ребята, кипятильника у меня не было, прикинь. И вот он только сейчас появился, жесть. Ладно, ребята, бывает такое. Ну что, давай забирать тогда награды. Они что, по уровню у меня получили? Молодцы, орлы. Так, ну-ка, иди обучайся. Давай, 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 иди обучайся. Так, ну а ты у меня буйволорд, как там, 105-й? Так, ну, наверное, пока подождет, пускай чуть-чуть. Чуть-чуть буквально, немножечко. Так, этого мы отправляем за рыбой. Так, этого за древесиной. Блин, вот этот самый красавчик, ребята, весночёс. Ну, столько рыбы он приносит. Блин, его прокачивать надо, вот, если честно. Давай я, наверное, попробую еще. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть не хватает. Ладно, может быть, сейчас где-нибудь еще насобираю тут. По закромам, так сказать. Так, у нас с древесиной, да, перебор, я смотрю. Ловушка лом. Иди давай. Так, перья шкур у нас тоже получает уровень. Так, эти два. Обучить. Офигеть, обучить, ребята. Блин, столько нужно железа для того, чтобы его обучить. Но у меня нету столько, к сожалению. И рад бы, как говорится, отправить его. Но нет у меня, ребят, столько железа. Так, ну ты, парень, меня полетишь опять за железом. Так, здесь у нас что? 225 миллионов рыб. Как раз, ребята, очень кстати, что здесь рыба выпала мне. Так, вперед. Вперед. Что? Подожди секундочку. Что нам нужно? Для того, чтобы нам... Вот этот же, да, у нас должен быть, по идее. Для того, чтобы нам его открыть, нам понадобится... Вот, ребят, видите, я собираю эти штуки. Вот эти штуки нам нужны. Либо это, либо... Давай, наверное, за этим пока отправим. Ага, понял. Нету таких штук, ребята, на обычных... Да иди ты в баню. Нету этих штук у нас на обычном поиске. Вот оно что получается. То есть... Ну а вот это? А вот это вот можно поискать, ребят. Так что давай отправляем его бесплатно. Да, по одной штучке будем искать. Ну, как говорится, ребят, у меня нет выбора особого сильно. Так что приходится вот так вот. Так, ну что, этого на сборы бесплатно. Пускай летит. Здесь у нас валка. Да, вот уже летит бесплатно. У реки. Давай, тоже бесплатно. И ты у нас крутишь рулетку, да? Что ты нам там дашь? Давай только не тусклый интай, пожалуйста. Давай он лучше шестеренку. А, руны? Ну, еще лучше. 12 рун. Так, ты подожди, сейчас я тебе отправлю еще за заданием, за каким-нибудь. Так, в приключения, да? В приключения, ребят. Увеличить награды в приключениях. Ну, в принципе, неплохо, ребят, но сами понимаете. Я бы... И рад, и жалко мне руны. Мы с вами и так их очень долго купим. Все никак, блин, не накопим. Такс, ну что у нас тут еще есть? Где? Если что, получится? Есть. Вот, друзья мои. Блин, всего лишь плюс один. Ты серьезно? Плюс один к железу. Ладно, фиг с ним, с этим железом, ребята. Главное, что он нам очень-очень много приносит рыбы. Вот это самое главное. Остальное я ему, так сказать, прощу. Так, вот, кстати, модификрылку бы тоже, ребят, прокачать бы надо. У нее плюс 2, но на сотку, считай, больше.
Так, давай, наверное, этого все-таки отправлять. Течение. Слушай, он за час 24, ребята, приносит мне, сколько там, 180 железа. Это, считай, вообще он, ну, очень быстро добывает, получается, железо-то. Фига, сотка выпала, нормально. Так, река. Да, блин, выпадет это 100%. Ерундовина нам. Как пить дать, я тебе говорю. Выпадет именно она. Так, дрожжезубик. Давай-ка я тебя качну чуть-чуть. Пускай летит, подключается. Так, а это у нас... Это Жорка, да? Как его зовут? Жорка? Жорка. Жорка, блин. Так, огнепёк. С какого перепуга я его назвал Жорка? Я не знаю, ребят. Бес попутал. Жорка. А что ему идет это имя? Жорка. Вот. А этот, ребята, переходит у нас в титаны. Вот и... Ох ты, он... Ох, страхокол поменял расцветку, друзья мои. Классно выглядит. Был какой-то зеленый, сопливый. А сейчас смотри, как истинный дракон. Даже расцветка такая приятная у него стала. Так, ну что, что ты там дергаешься? Давай. Отправляем его дальше. Где у нас зеленая смерть? Чуть не сказал, зеленая тень. И тут все нормально. Так, отправляем тоже его. Так, и мы можем с тобой здесь древесину собрать, соответственно. Соответственно, мы с тобой можем... Кстати, вот это вот я громилёда забыл совсем, ребят. Тоже надо его потихонечку... Ать, не хватило. А что он сидит? Пускай... Нет, пускай сидит. С этими-то что делать, а? Ну, этого, наверное, за рыбу придется отправлять, а этого... Блин, древесины. То древесина нужна, ее нету. То древесины дофигища и потратить некуда, блин. Что я сказал, сам не понял. Я думаю, вы поняли, да? То есть у нас как обычно. Когда что-то нужно, его нету. Когда нам этого не нужно, оно у нас дофигища. Так, лети давай. Ты тоже давай лети. Сколько тут расширить стоит? Ну, понятно, там. Так, мне кто-то что-то про викинги сказал, что у меня не все дома. Что там не все дома? То, что у меня не все дома построены, я и так знаю, ребят. Это как бы для меня не новость. Давай вообще посмотрим, сколько там чего надо. Так, улучшить. Блин, у нас только 5 драконов, ребята, из 18. Типа намек показывают, да? Вот этого кревета прокачать. Так я бы с удовольствием, так не хватает пока у меня. Это чтобы мы с тобой, блин, максимальное количество викингов сделали. Погоди-ка, а... Стой, у нас там что-то же с кузней вроде бы, да? У нас там что-то с кузней. Сколько стоит? 5000 железа, да вы брякнули что ли? 5000 железа. 5000, ребят. Ну это жестко, конечно. Так, ладно, монетоудина мы с тобой забрали. Загадочный пак открываем. Шторморез, громобой, водорез. И тут у нас даже немножко железа есть, да? 60, спасибо за железо. Так, сезонные, ребята. Чего тут такое? Это мне не надо, ваш премиальный пак. Но последний шанс. Тактическая награда сезона. А, тематическая, ёк-макарёк. Блин. Снеготек. Блестящий пикировщик. Слушай, название такое — блестящий пикировщик. Ладно, ребят, я получаю тут свои скромные барыши, так скажем. Да, я, кстати, еще награду получу. Окей, давай мне сюда награды. Что я там получаю? Ну, пойдет. А на рынке у нас что? Параплюй 8800.
Ну, явно уже не смогу, ребят, тут осталось до конца сезона. Сколько там дней-то у нас? Да мизер. А что ты стоишь? Давай как-нибудь, наверное... Да, пускай он летит, ребят, за железом. Получите очки и абонементы для текущего сезона. 750. А, вот куда у меня эти очки. Вау. Слушай, ну это хорошо. 250 якнога. Плюс блестящий янтарь у нас тут. Давай забрать все. 1000 якнога. Так, и набор у нас. Так, содержит элитных. Шепот смерти, душитель, ужас, громыль, древоруб и рыцарь смерти. Вау. Ну, кривоклык у нас давно, ребята, уже... Я все забываю, что его надо прокачивать, ребят. Я все забываю, что его нужно прокачивать, потому что он по уровню уже хорош, как говорится. То есть не по уровню, он хорош по карточкам, у него не хватает уровня только. Ну что, ребят, есть у нас какое-нибудь событие? Да, у нас событие злобные вандалы, кстати. Это я удачно зашел. И так как тут 6 суток, ребята, я подозреваю, что это длинное событие, да? Ну да, да. Не на одну заходку. Не на одну. А почему у меня разве такая расстановка должна была быть? У моих драконов. Что-то, по-моему... Ну да, все так же. О, какие красавчики, ребят. Блин, и это к тому же еще и стражи. Ладно, давай лепить. Хотел сказать, давай лепить горбатого, но подумал, что это не в тему. Причем самое удивительное, что я подумал и решил это не говорить, но почему-то решил это высказать потом. Вот как это, ребят, можно понимать, а? Если ты не стал это говорить, нафиг ты тогда это говоришь? Сам себе иногда противоречишь. Так, ну что, с этими хламонами мы, естественно, разбираемся на изи. Ну что ты? Ох ты, смотри. Он себе поставил щит. Но он его не спасет, друзья мои. Так, не забывайте, что это еще только первая волна. Промахнулся, засранец. Так, здесь мы его ушатали и переходим с тобой. О! Это этот звездрык? Или как его там звать-то? В общем, начну с этого, пожалуй. Потому что... Да, еще вот так вот сделаем, наверное. Так, ну ему край, в принципе. Да и этому тоже тут недолго осталось танцевать. Завалим? Вот так, давай. Блин, а по шкале показывало, что его должен был замочить. Не надо плеваться, дядя. Но на рулетке нам выпадает древесина. 75 миллионов. Нет у нас никакой второй попытки. Плюс еще 50 рун. Ребята, итого у нас уже 400 будет. Слушай, неплохо мы с тобой набираем обороты. Скоро купим новый земельный участок. И там уже немножечко будем расстраивать нашу империю викингов. Ну что у нас тут? Последняя волна. А, слушай, а почему последняя волна? Действительно, ребят, последняя волна. То есть в этом поединке всего лишь одна волна. Странно. Хорошо, ладно, давай бомбить. Мне-то как бы все равно. Блин, меня тут немножко с пантологии, ребята, сбило. Я решил посмотреть, а включен ли у меня микрофон. И смотрю, что один бегунок не ползает. Думаю, ё-моё, опять микрофон отключился. А на самом деле, я же отключил звук в игре. Поэтому этот бегунок показывал за... Отвечал за звуковую полоску. За музыку в игре и за все это прочее. Микрофон работал, так что все окей. Как говорится, ложная тревога. Но лучше перебдеть, согласись, чем опять, ребята, сидеть в глухомане. Представляешь, в игре нету музыки, звуков нету, и я еще молчу. То есть вообще глухонемое кино получилось бы. Давай-ка посмотрим, что нам здесь выдадут. Ну, дают нам тут рыбы мало. Лучше бы дали по 260 миллионов. Вот это бы меня устроило вполне. Так, после этого поединка мы с тобой забираем загадочный пак. А сколько волн будет? Две. Как-то странно. Одна, две.
Ладно, начнем. Начну с тройного удара. Потому что этот не особо меня как бы пугает. Алая плеть. Хорош. Смотри, как четненько. Единственное, что алая плеть, она у нас красная стихия. То есть это получается, ну, дамагер. Все, отдамажился парень. Так, ну здесь. Слушай, вот это вот, конечно, это вы, конечно, жестко придумали. Двух жевальщиков здесь. Тем более, они отнимают очень хорошо, он промахнулся. Вы сейчас специально решили мне, что ли, добить его? Ну и ты еще сейчас влезь. Ладно, это я тебе прощаю. Давай сюда, наверное, сделаем. Здесь добьем. Здесь надкусим. Так, ну кого он будет бомбить опять? Ну это последняя волна, так что переживать тут особо не буду. Давай сюда ударим. Через хил уничтожим твою живаку этого. Заодно хильнемся. Вот так вот. Оптималочка, как говорится. А он все не угомонится. За это и поплатится. Так, друзья мои, неужели необычный пак? О, шикарно. Там, может быть, что-нибудь выпадет. Так, мы еще с тобой забираем загадочный пак. И, ребята, у нас сколько бы еще? Два поединка, да, получается. Раз, два. То есть 1400 тусклого янтаря у нас будет в кармане. И на этом можно, в принципе, будет закругляться. Так, одна волна. Ну что, я начну, пожалуй, с этого обормота. Хотя костолом тоже красный. Блин, они столько много урона наносят. Но главное не позволить. Они оба, ребята, на трех энергиях имеют разбег. Да вы запарили, эй. Не нравится мне вот такая вот политика партии. Ребят, у него еще 4 энергии будет. Он же будет разбег делать. Сейчас звезданет на глушняк. А, вот он что сделал. Он нас лишил, ребят, способностей. Так как так-то, ну? О, хорошо, что он, ребята, переключился. Давай хильнемся. О! Дуплет называется, да, ребята? Повторочка. Есть. Ушатали вообще моментально. Ну, потому что, ребята, ослабление там было, на нем висело. Ослабление повесили, и, соответственно, тут уже разбирается все на изи. Ну, что ты там будешь делать? Давай, выпендривайся. Че, бомбим? До свидания, дядя. Так, сейчас глянем, что нам тут выпадет. Блин, ну рыбу по минималке дают, а? Серьезно. Просто по минималке. Ладно, пойдем с тобой на последний поединок. Подеремся, побьемся, как говорится, и будем закругляться. Ну что ты, вот пристеголовый, ребята, это первый кандидат на выбывание. Хотя мне в моих интересах, да, да, вот этого вот фуфлыжника бомбить. Почему? Ну, потому что это, ребят, древоруб. Огнеплюй. Довольно противный, блин, дракон на самом деле. Вот. И меня он как-то... Не... Вот играть за него не могу, ребята, но он меня вымораживает, когда он мне выпадает в противники. Особенно, когда их выпадает несколько против тебя. А вот это начинается сразу, ребят, какая-то суета. Но по-прежнему для меня самый опасный — это истинный шепот смерти, ребят. Вот. Блин, его атака — это просто что-то с чем-то, блин. Я думаю, что многие со мной согласятся в этом плане. Если он звезданет, у него хоть и она не массовая атака, но он сразу бьет... практически наповал. Так, ну что, парень, осталось тебе тут... Да ничего тебе не осталось. До свидания. Ну что, ребята, последняя рулеточка. Как всегда. По минималке нам дали рыбы. На сегодня все. На сегодня все. Мы с тобой забираем 1400 тусклого интеллекта. Кстати, я могу сейчас, наверное, сделать заказик, да? И надо бы посмотреть, сколько мы уже накопили с тобой блестящего янтаря. А, мы еще с тобой наборы здесь. Откроем сейчас, посмотрим. Так, шторморез, костолом, дикарь.
Ну окей. И загадай. А, необычный пак. Необычный пак. Рыбка, древесина, рыбка, древесина и тайфумеранг. Разместить, пускай сидит там, греется. Так, что я хотел? Я хотел... А что ты грустишь? Понятно. Я хотел заказать две штучки. А где у нас... Где у нас показывается, сколько у нас вообще тусклого у блестящего интерьера? 60... 69? Я что-то думал, у меня там к соточке всего 69. Это мизер. Блин, когда, ребята, мы с вами схватку сделаем, а? Ё-моё, блин. Уже столько времени паки с тобой не открывали. Что просто жесть какая-то. Ну что, 375 этого. Не знаю, что и сделать даже. Отправить я никого никуда не могу. Бремя гнильца. Сколько ты там хочешь? 128. Давай качну тебе пару уровней. Пару уровней, пару этих, скажем так, кликов, блин, а не уровней. Да, друзья мои, что-то зиможок. Кого-то он мне напоминает. Кого-то он мне напоминает, кого я недавно вот... Где он тут у меня стоял? Вот это вот, Хвостояра. Зиможок, Хвостояра, не похоже. Такс. Да, еще улучшать это все надо. Тю-тю-тю-тю. Ну что, первый вот это будет, ребят, который мы с тобой постройками разделаем. Вот здесь, а. Или вот эту вот, или вот эту вот. Слушай, наверное, вот эту возьмем, потому что здесь, ребята, лесорубка. То есть можно будет драконов больше отправлять на добычу древесины. А здесь у нас... Нет, все-таки вот это вот. Тут дерево, ребята, есть. Тут вообще ничего нету. Просто лес и этот. Тут лесорубка. А лесорубка нам пригодится. Хоть у нас с деревом проблем нет, но лучше пускай будет лесорубка. Ну что, дорогие друзья, а на этом я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.